Сегодня Даугавпилсский ЗАГС – это уже не просто место регистрации брачных союзов. Сегодня это муниципальное учреждение стало еще одной площадкой для организации различных вернисажей, в том числе и фотовыставок. Автором одной из них является даугавпилсский фотограф Юрий Бердников. 8 апреля он представил на суд почитателей художественной фотографии свои работы под общим названием «День свадьбы». Открывая вернисаж, Юрий рассказал, что выбор фоторабот ему дался нелегко, ведь из сотен фотографий пришлось выбрать только 20. Сердце кровью обливалось, когда откладывал в сторону ту или иную работу, каждый раз пытаясь найти оправдание своему решению, признался нам Юрий Бердников. Были работы, которые очень хотелось бы повесить, вот, но так как их 20, пришлось чем-то жертвовать в угоду того, чтобы... общую концепцию выставки сохранить, чтобы они перекликались одна с другой, в сочетании, чтобы это было не просто разбросанная выставка разных работ винегретом, да, а единое целое сочетание. Насколько сложно работать в жанре свадебных фотографий? По мнению автора выставки, все познается в сравнении. Но в любом случае очень важно найти подход к героям фотосессии. С кем-то легче, с кем-то сложнее, потому что фотографируя свадьбы, я не делаю, в общем-то, скажем так, полную статику, да. Вот я, в общем, какие-то эмоции, чувства мне нужны, чтобы людям остались, да. Поэтому я с ними шучу, там, кривляюсь даже иногда, да, прыгаю там, да, там, смешу. То есть довожу до состояния, чтобы они почувствовали себя нормальными людьми на своей собственной свадьбе. Вот, то есть, чтобы им весело и легко было со мной. То есть, фотограф должен быть, в общем-то, по крайней мере, на свадьбе другом. Вот. Если это чувствуется, между искра проскакивает, то и нормальное состояние, и интересные фотографии получаются. Заведующая Даугавпилсским отделением ЗАГСа Хелена Солдатенок подчеркнула, что такие выставки являются украшением и создают не только хорошее настроение, но также возвращают человека в то время, когда он был самым счастливым. Сколько бы тебе лет не было, сколько бы ты ни прожил, как бы ты ни прожил, ты всегда можешь открыть фотографию, посмотреть и вспомнить себя молодым, красивым, счастливым, особенно счастливым, потому что такой день жизни только единственный бывает, даже если вы второй раз женитесь или замуж выйдете, уже будет не то. Во-вторых, фотография – это запечатлен момент, определенный момент в жизни человека. Поздравляю Юрия Бердникова с открытием его новой выставки, исполнительный директор городской думы Инга Голберга подчеркнула, что благодаря фотохудожникам какие-то важные моменты из жизни нашего города и его жителей становятся нашей общей историей. И то, что вы в своих свадебных фотоработах акцентируете внимание жителей на построенных в Даугавпилсе новых зданиях, исторических объектах, это тоже очень важно. Спасибо вам за позитивное и красивое видение нашего города. Не пропустите этот вернисаж. Поверьте, фотоработы Юрия Бердникова стоят того, чтобы их увидеть.